вторую. Поэтому, если нам разрешат, мы сыграем еще одну. Конечно. Песню на грани фола, знаете, такой музыкальный КВН, даже не КВН, а Comedy Club. Половина вашего. Там все на грани фола, но матов нет. Понимаешь, он попрет. Мне сказали, что песня не пошлая, будет большой пошляк. Ладно. Давай, ну ладно, да? В общем... Точно? Да, я готов. Хозяин. А, и самое главное, знаете, что всегда? Главное – это настрой. Настрой должен быть хороший. Ми. А настрой у нас плохой. Да, ты громче. Thank you.
два, три. Так что с громкостью гитары? Как вам слышно вот этот вот ритм гитары? Слышно. Сильно? Нет. Все нормально. Все нормально, да? Нормально. А нам здесь громко. Нормально. Мне нормально, кстати. Сейчас. Все вместе хорошо. Все нормально. Точно? Да. Значит, это у меня ручку слушать. Хорошо. Я тогда сделал, знаете, как я сделал? Вот так. А можете переставить микрофон чуть-чуть? Нет, не переставляю. Ты же не баобаб, отойди. Я могу отойти, да? Я не баобаб, это правда. Вторая песня у нас. Она сущая. Тоже. Как раз таки громко, если я слышу сейчас. Ну ладно. Готов? Готов. Запускаем. Следующая. У нас сюда она просто не путает, какая песня. Уважает вообще не дадим его выгнать. Сейчас скачаем. Мы что будет начнем. Если честно, какой-то проводок порвался.
ну, кабель интернет. Дело в том, что я иногда, вот у меня перегруз идет, я вообще не слышу почти ничего на сцене. Он не громковат точно для вас? Можно я его убавлю? По-моему, он громче звучит значительно. У нас дальше не будет перегруза, в следующей песне спокойно. Сейчас, смотрите. Делаем. Раз. Успокойся. Я буду слышать себя. Как же я буду наслаждаться собой, если не буду себя слышать? Вы-то наслаждаетесь этим. А следующая песня у нас. Это была следующая песня. А после этого у нас человек сейчас возьмет флейту. Знаете, зачем он ее взял? Он ее сейчас будет на ней представлять себе играть. Вот примерно так. Только лучше. А песня называется «Монеты». Сейчас немножечко потранцуем. Потранцуем. Да, потранцуем. Включай. Вы трансуете? Позвольте пригласить вас на транс. Давай, включай. На транс. Монету.
как я там хорошо. Что ты будешь повторять за мной? Ты тоже пытаешься выйти из иной галактической цивилизации на связь? И что тебе отвечают? Я вижу, что сигнал зеленый, они дают добро. Да. Следующая песня, она писалась в общежитии. Знаете, такая жизнь в общежитии. Это вещь такая. Да, и многие в общежитии на самом деле писали все. Но это особенно. Они особенно чувствуются. Песня называется «По-человечески». Вот вы прямо сейчас спел, как вы их почувствуете. Вот уже почувствовали, наверняка так. Запускал. Сейчас, подожди. Вроде да.